Перемены по месту жительства. Более 500 дворов благоустроят в городах и селах Чувашии в этом году. На эти цели выделена рекордная сумма – 1,5 миллиарда рублей. Наша съемочная группа побывала в селе Комсомольское. Микрорайон имени героя Советского Союза Кабалина – один из трех, где скоро преобразятся дворы. Татьяна Александрова часто гуляет с ребенком, вот только играть около дома совсем негде. Из развлечений – лишь старая песочница. Вместо этого бурьяна очень бы хотелось, чтобы была детская площадка, потому что ходим в соседние дворы, куда-то, вот физкультурно-спортивный комплекс, вот туда приходится выходить. Горки, карусели, качели, спортивные комплексы. Теперь местной детворе будет где порезвиться. Перед подъездами уложат новый асфальт, обустроят тротуары, появятся зоны отдыха и полноценное освещение. На все это потребуется более 5 миллионов рублей. Работы планируют начать в начале мая. И хотим благоустроить дворовые территории, значит, вокруг домов 8, 9, 10, 11 и 12. Здесь проживает более 200 человек, из них более 70 детей. Пенсионеров более 20, и поэтому мы, вот когда изучали общественное мнение проживающих жителей вот в этих домах, мы учитывали мнение, конечно, что же им в первую очередь надо. Народ ждет изменения, народ хочет изменения. Для чего мы это делаем? Чтобы сельские люди не уезжали в большие города, а работали, проживали здесь. То есть себя они чувствовали очень-очень комфортно. В планах благоустройства во дворах по улице 70 лет Октября, Центральной и других. Все проекты уже прошли экспертизу. На их реализацию направят почти 25 миллионов рублей. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика.